Акуленко, его сменщик номер 25 Тимофей Старовойтов. Первая пара защитников, номер 17 Александр Казаченко. И 1-0 счет становится. Вот так вот, не успел я даже поговорить о составах, как забрасывают представители Минской области. Делает это Иван Левченко. Отличается потом, продолжим знакомиться с командами. Но Левченко сам шайбу протащил, в принципе, выход 2 в 1, решил бросить сам и отправил шайбу в дальний угол. Мне кажется, там под блокером, а в этом шайба за воротами. Оказывается, там сейчас в полуприседе Вишневский, но поднимается пас на пятак и 1-1, цифры на табло сравниваются. Отличается никто иной, как мы уже обсуждали, да. Это 11-й балл, он сравнялся с Елисеем Деменюком, у того 6+5, и у Гурского тоже 6+5. Но сейчас посмотреть, кто что там ассистировал. Не Демянюк ли? Да. Да. И, в общем-то, произошла замена у Мичана. Счет становится 2-1. Минская область выходит вперед. Но вот таким образом только-только поменялись. Для Тимофея Старовойтова заканчивается тем, что 1-0 реализовывает свой выход Ярослав Корзун. Ну, тут какие вопросы к голкиперу? Тут защитники все-таки проспали. В детском хоккее тут все не так-то просто. Здесь многое зависит от психологии. И уже не раз бывали моменты. А тут 3-1 счет становится. Забрасывают снова мячане. И упрать. Смотрим мы еще раз, что же там произошло. Шайба пошла к правому борту. Здесь наброс. Ну, вот интересно. Все-таки кыргызчане, да, сильно отстают от своих соперников. Но вот здесь что? Получится ли затолкать шайбу в ворота? Да, это удается. И счет становится 3-2. Но вот именно такого третьего периода поединка, давайте смотреть, кто же все-таки там шайбу в ворота затолкал. Есть ощущение, что сделал это Даниил Ходор. Застрял и отбрасываются гости. Но не полностью. Все-таки закрывает синюю линию от Рожки. Налево сыграл. Вот это щелчок! 4-2! Что за бросок? Отрошкин выступает ассистентом, а кто же там? Алексей Акуленко, давайте смотреть еще раз. Вот здесь Отрошкин играет налево и мощнейший выстрел прямо в дальнюю девятку. И, в общем-то, здесь-то Акуленко опускает глаза на лед. Еще момент возникает, еще бросок, и шайба оказывается в сетке за 3.54. Счет становится 5-2, и мне кажется, что это все. Большому сожалению, он, ну, скажем так, ставил, наверное, все-таки точку в этом поединке. А вот тут вопрос. Нет, наверное, Булаев все-таки даже отдавал передачу. Это не будет здесь проброса. Остается всего лишь 2 секунды до конца этого матча. Ну и мы поздравляем сборную Минской области с этой победой. Могилеву спасибо. Откровенно, большущее спасибо за их борьбу, за их старания, за их характер.